Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy A13, и сейчас я покажу вам, как на данном устройстве сбросить настройки камеры. Для этого мы переходим в камеру. Далее нажимаем на значок настроек в левом верхнем углу и проходим в самый низ. Здесь у нас есть сброс настроек. Нажимаем сюда и нажимаем сброс. И настройки сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал.